Он не сядет. Ладно, давай лисичку. Ну и всем привет. Сегодня с вами будет Даша и Алена. И всем привет опять. Ну и сегодня мы будем играть в мимимишки. Мимимишки. О! Лисичка. Лисичка. Поехали, лисичка. Поехали. Яху! Лисичка. Яху! Он не хочет уже. Она уже не хочет. А приветочка. Привет. Не хочет он. О, а сейчас будем фотографироваться. Да? Нет. Фотографироваться. Вон. Лисичка не хочет. О. Только старайся. Я мне тоже. О, все, надоело, да? Да. Алён, ты можешь другому человечку... Ой, ой. Не двигайся. Ты же можешь другому. Не только лисичкой. А давай вот этим беленьким мишкой. Беленьким мишкой. Ну-ка, иди туда и туда. Дальше. Свою песню составил. Он не хочет эту. Качели, качели. Подойди до звездочки. Он сам. О, так жалко. Было не смешно. Да, ну, тогда он будет тучка. То перевезет. Мы можем сейчас тучку позвать. Легко. Тучка. Может быть, горки? Да. Тоже не смешно. Ну ладно, давай тучки. Тучки смешно. Давай. Где тучка? Тучка где? Сейчас найдем. Не переживай. Он мастерует. Где она? Ой, боится. А, во. О, сейчас будет весело. Он не сядет. Ладно, давай лисичку. Лисичка где? Лисичка загорает. Что? Лисичка загорает. А где она загорает? Типа боится. Идти надо долго. Идти. Давай есть. Это я. Я могу быстро найти. Так, так и все. Нет. Так, Алён, мы же не будем... Вот теперь туда, вперед, иди, вперед. Вперед, вот, молодец. Ай, ты все равно не отпусти, вот, туда. Так ты быстро идешь, вот так. О, видишь, лисичка. Заговорит. Заговорит. Ну ладно, я отдохну, поеду тоже. Давай за стрелкой будем идти. Да. Нас хотят выбраться
Потучки. Нет. Не надо. Нам надо вот это. Давай, давай, нажимай. Ой, ребята, утучки. Да. Чайник. Это сюда. Так, типа, никуда не надо. Надо нам статую Мишки. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют. Видишь, штучки. Ла-ла-ла-ла. Видишь, штучка. Ими. Тучка и... Все, на Китти? Нет. Ну, сраный Китти, короче. Берем и ставим лыжу на место. Лыжа сюда. Или коричневая эта тучка. Все. Зачем с иголью? Я еду, еду, еду по топа на поля. О, сейчас я на качели покачаюсь. Все-таки не прибирают за собой. Ну, у коричневого Мишки такой беспорядок. Олене надо. Отмойте бумажки. Неси! Привет, давай ты теперь поиграешь. Давай тучкой. Тучкой? Да. Куда он идёт? Хочешь белым или коричневым? Коричневым. Куда? Вот. Сделаем. Тучка. Всё? Тучка. Теперь тучка поубирается. Ля-лю, ля-ти, ла-лам, ла-ла-ла-ти, ла-ла-ла-ла.
Да-да. Ой. А, кстати, я хотела кое-что вам показать. У нас есть из мягких крышек вот такой мишка. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе кидают, читают книжки. Ла-ла-ла-ла. А я придумала то. Моя очередь, я еще не доиграла. Это будет смешно. Папа все равно не выключает миска. Костя, ты мишка. О, подушка. Ладно, давай играй. У него поебаться. Алло, я же это играла так лисичкой. Я тоже хочу. Подарки. Подарки. У него. Давай приберись. Солнчик, сюда. Все. А вы заметили, что у него кого-то. У нашего мишки ручки красным и зеленым цветом. И ушки тоже красным и зеленым цветом. Ну ладно, оленя надо, олень. Олень где-то вот на двери. Ой. Можно я? Давай, Алён. Еще один лай. Ну и всем пока. Сегодня с вами была Даша и Алена. Ну и всем пока. Пока-пока.